В Одессе прошла праздничная церемония награждения победительниц проекта «100 успешных женщин Одесского региона 2021». Оргкомитет проекта сформировал заветную сотню, куда вошли одесситки, которые были особенно активными, креативными и успешными в своей сфере деятельности в течение прошлого года. На протяжении месяца компетентное жюри проекта и зрители отдавали голоса за своих фавориток. Организаторы проекта уверяют, что проект не про богатых и знаменитых, а про уверенных в себе женщинах. Давно понятно каждому из нас, что успех сегодня – это не только материальное благосостояние, финансовая стабильность. Это, прежде всего, нравственные принципы. Это умение радоваться каждому дню. Это возможность помогать людям, относиться к ним так же, как к себе. Ставить цели и добиваться их выполнения. Вот это все, я думаю, гарант успешной женщины. В рейтинге были представлены 11 номинаций, среди которых общественная деятельность, бизнес, наука и образование, СМИ и блогеры, культура и искусство, а также государственная служба. На церемонии награждения нам удалось пообщаться с лауреатками, которые уже не впервые принимают участие в проекте. Но все же они в один голос уверяют, успех женщины определяется не только карьерными достижениями, ведь они и без этого успешны. Успех – это уверенность в себе, это уверенность в том, что ты делаешь. Очень часто женщины не верят в себя и испытывают такой, знаете, синдром самозванца. По крайней мере, этот конкурс позволяет женщине почувствовать крылья за спиной, позволяет почувствовать нужность, важность признания. Мне кажется, так правильно. Женщин нужно отмечать, им нужно дарить цветы, им нужно ставить какие-то рейтинговые планки для того, чтобы они их достигали. Я хочу сказать, что вне зависимости, женщины принимают участие в данном мероприятии или нет, они однозначно успешны. Они успешные мамы, они успешны в своей профессиональной деятельности. Все, кто на церемонии был удостоен премии «Лучший в своей сфере» – настоящие профессионалы, которые готовы работать и днем, и ночью. Любой успех – это точно максимальная трудоспособность. Мне точно ничего не дарили сверху, оно никогда не падает. И всем моим коллегам, женщинам, которых я здесь знаю, это максимальная трудоспособность, это отдача 24/7. Это когда ты жертвуешь своим личным временем ради общественной деятельности, ради работы. Да? Это такая самоотдача, полноценная самоотдача. Наверное, в этом секрет успеха, по крайней мере, для меня. В этот день прозвучало множество прекрасных пожеланий, вдохновения, успеха и новых достижений. Дорогие друзья, вы знаете, мне сегодня выпала особая честь быть здесь, в этом прекрасном и необыкновенном месте. Я считаю, что участь всех здесь, она особенная, потому что тот длинный, интересный, яркий, творческий путь, который проходят все здесь присутствующие, а вы все особенные, мои дорогие. Мы гордимся каждой из вас, потому что ваш вклад во все сферы, в которых вы сейчас трудитесь, он яркий, многогранный и интересный. Я хочу пожелать дальнейших успехов, радости каждого дня, энтузиазма. Продолжаем идти к своим целям и вдохновлять друг друга. Рейтинг 100 успешных женщин Одесского региона 2021 в очередной раз показал, что наши женщины лучшие, потому что умеют прекрасно совмещать свою карьеру, любовь к делу с успехами в семье и быту. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».